Всем привет! Продолжаются эксперименты с дымовухой, и сегодня не так, как вчера. Сегодня я сделал совсем по-другому. Сегодня я точно такой же пероксилиновой смесью смочил, не смочил, а промочил, промазал тряпку, причем с двух сторон. Сейчас я ее вот так вот замотаю, ее в трубочку, также в алюминиевый скотч, и мы с вами ее подожгем. А может быть, вот так смотаю. Нет, наверное, чем толще, тем лучше, вот так смотаю. И мы ее с вами подожгем. Итак, получилась вот такая штука. Я ее, вот видите, замотал ее. Здесь немножко оставил, чтобы, ну, проще было поджигать. Не стал, опять же, заморачиваться всякой запальной фигней. Это запалы и всякая фигня такая. Ну что, начинаем начинать. Разгорается. Походу вони будет. Ну, пока горит неплохо. Начинает гореть неплохо. Ху, вот это да. Я вам скажу, горела она недолго, но дыма, елки-палки, целый двор. До сих пор еще дымит вонючей тряпкой. Если слои побольше намазать, то будет еще больше дыма. Ставьте лайки. До свидания.